Здравствуйте, меня зовут Катя. Мы продолжаем рассматривать линейку насосов торговой марки «Вихрь». И сегодня я вам представлю бытовой фекальный насос «Вихрь» FN1100L. Фекальный насос предназначен для откачки загрязненных, бытовых, сточных и смешанных вод, содержащих волокнистые включения из канализации. Также он может быть использован для орошения и подачи воды из открытых водоемов и других источников. Работа устройства в сухую не допускается. Температура в жидкости должна быть в диапазоне от 1 до 35 градусов Цельсия, а температура окружающей среды не ниже нуля. При потребляемой мощности 1100 Вт максимальный напор насоса равен 9 метров, а максимальная подача 233 литра в минуту. В комплект входит сам насос, пластиковый штуцер и паспорт устройства. Металлический корпус из нержавеющей стали надежно защищает внутренние составляющие от механического воздействия. На нем расположена удобная ручка для транспортировки. Длина кабеля 5 метров. Устройство состоит из насосной части, герметичного электродвигателя, внешнего поплавкового выключателя и лезвия. Внизу расположены опорные ножки. Диаметр выходной магистрали 2 дюйма. Встроенный термопротектор автоматически отключает насос в случае перегрузки. Для начала откачки воды с помощью насоса накрутим на выходную магистраль штуцер, а на него установим шланг, диаметр которого не должен быть меньше, чем диаметр выходной магистрали. Зафиксируем шланг хомутом. На ручку для переноски необходимо закрепить трос, с помощью которого можно погрузить, а после работы вытащить насос из воды. Затем отрегулируем уровень включения и отключения устройства с помощью поплавкового выключателя. Для этого его шнур закрепим на ручке для переноски. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и защищает от сухого хода. Ну что, посмотрим насос в работе. Подключим его к сети. Как вы видите, лезвие измельчает крупные частицы, а поплавковый выключатель автоматически отключил насос при достижении минимального уровня воды. Всего лишь за 12 секунд насос перекачал 50 литров воды. Для сравнения, это около 5 ведер. Обратите внимание, что по технике безопасности должно быть установлено автоматическое устройство отключения сети при внешней утечке тока более 30 мА. В процессе эксплуатации фекальный насос не требует специального обслуживания. Но если вы не используете прибор в течение длительного времени, необходимо слить из насоса остатки жидкости, промыть чистой водой и высушить. Следите за нашими выпусками. Скоро увидимся. Пока!